Доброго времени суток. Сегодня у нас распаковка от интернет-магазина мыло Pop. В этом магазине мы берем товары уже больше полугода. Ассортимент большой, цены приятные. Доставку обычно заказываем новой почтой со дня оплаты до дня получения обычно проходит не более 5 дней. Сейчас посмотрим, что у нас внутри. Так, здесь у нас накладная. Так, накладная. И список товаров. Ну что, давайте смотреть поближе. Итак, ну, наверное, начнем с самого большого. Самое большое — это у нас форма силиконовая, так, наверное, виднее будет. Силиконовая форма техника, планшет. Форма, которую мы используем для детских желатиновых вкусняшек. Может быть, еще для чего-то ее можно использовать. Например, для мыла. Дальше. Дальше у нас идет... Так, у нас все хорошо запаковано. Так, это у нас азелаиновая кислота. Азелаиновую кислоту мы растворяем в спирте и добавляем в лосьоны для проблемной кожи. Есть. Это у нас каприлово-каприковые триглицериды. Будем пробовать для добавления в крем для детской кожи. Дальше. Так, комплекс витаминов А, Е, Ф. Это у нас, насколько я понимаю, актив для антивозрастной косметики. Дальше у нас идет витамин В5. Витамин В5. Дело в том, что до него мы пользовались депантенолом. Добавляли в детский заживляющий крем. А сейчас хотим депантенол заменить на витамин В5. Возможно, эффект будет лучше. Так, ароматизаторы мы отдельно отставим, и о них, тут их несколько будет, о них обо всех я скажу в самом конце. Таману масло. Это масло еще называется Александрийского лавра. Берем первый раз. Берем для детского крема и для маски для волос. Так, это тоже ароматизатор. И это ароматизатор. Так, масляный экстракт жасмина. Будем добавлять в средства для проблемной кожи. Масло амаранта. Универсальное масло для возрастной и для проблемной кожи. Комплекс растительных фитоэстрогенов. Вот это комплекс. Это у нас актив для антивозрастной косметики.
Гликогелевый экстракт пчелиного маточного молочка. Будем пробовать добавлять детский крем и в средства для проблемной кожи. Здесь у нас ксантановая камедь. Ксантановая камедь — это гелеобразователь. Гелеобразователь. Вот такой. Так. Сорбитан оливат. Растительный эмульгатор. Его мы берем первый раз. Это сорбитан-оливат, эмульгатор для обратных эмульсий. Он может подойти для чувствительной детской кожи. Будем пробовать также для крема детского. Здесь у нас манго, баттер. Взяли попробовать. Может подойти для детского крема, для гигиенических помад. Так, салициловая кислота. Раньше мы пользовались спиртовым настоем салициловой кислоты, а эту взяли попробовать в сухом виде для лосьонов, для болтушек. Так, оксид цинка. Оксид цинка берем первый раз. Будем добавлять в средство для проблемной кожи. Так, теперь ши, карите, баттер. Берем уже не первый раз, оно рафинированное, без цвета, без запаха. Хорошо подходит для приготовления взбитых баттеров, кремов, в которые будут добавлены отдушки. Так, теперь что касается ароматизаторов. Значит, ароматизаторы — это все пищевые ароматизаторы. Изначально мы берем для электронных сигарет, но их можно использовать и для косметики, так как они универсальны. Так, вот, собственно, и все. Всем спасибо. Покупайте на мыле Опт, экспериментируйте. Удачного всем крема и мыловарения. До свидания.